Львовская мини-футбольная команда «Энергия» завершила вояж в Гомель поединком против ВРЗ. В минувшую субботу «Энергетики» уже встречались с вагоностроителями и уступили 1-6. Сегодня матч проходил по другому сценарию. Правда, первый тайм стал практически точным повторением субботнего. Валерий Грицовец и Вячеслав Григорьев вновь соорудили единственный гол. Причем и комбинация была разыграна как под копирку. Наверное, где-то часть доли случайности. Ну, отвалился, я увидел, отдал, да, если это. Ничего только наигранного не было. Во втором тайме у вагоностроителей дожать гостей не получилось. Наоборот, «Энергия» вполне могла выйти победителем из этого поединка. На 26-й минуте Олег Гасюк счет сравнял. Вскоре Артем Золотухин вновь вывел гомельскую команду вперед. «Энергетики» усилили напор на ворота хозяев и вновь отыгрались. Без шансов для Юрия Дегтяренко пробил Сергей Коваль. Украинская команда была настроена на победу и на последних минутах насела на ворота ВРЗ. Оборона вагоностроителей выдержала. Итог поединка 2-2. Мы первую игру практически без шансов переиграли, а эту игру, даже сказал бы, отчасти где-то и уступили. У них поболее моментов было таких. Хорошая эта игра выдалась. В Гомеле за 4 дня Львовская «Энергия», которая сейчас готовится к старту очередного чемпионата Украины, сыграла 3 спарринга. Поражение и ничья в матчах с ВРЗ и победа над БЧ. Очень много полезной информации, обмениваемся опытом, играть с разными футзальными школами. Это очень здорово. Все матчи, как раз, как вы и сказали, победа, ничья, поражение. Но сейчас результат не так очень сильно важен, да. Побеждать всегда хочется, но сейчас делается акцент на тактические построения. И в этом плане команда еще нету того баланса, который нужен. Но у нас еще есть месяц.